5 февраля у нас будет полнолуние в 17 градусе Льва. Время кульминации тем и проектов, которые были начаты раньше, и в частности в период январского новолуния. Это время результата, когда какие-то проекты могут завершиться, в каких-то проектах может назреть необходимость изменить условия, чтобы их продолжить. Ситуации, идеи, отношения, которые проявят себя в это время, могут касаться сторон бытия, связанных с раскрытием творческого потенциала, с темой любви и пониманием любви, с темой детей и отношений с ними, с уровнем нашей внутренней свободы и свободного времени, с умением или неумением радоваться жизни как таковой. Но карта этого полнолуния включает жесткие аспекты. Это время обостряет проблемы, доводя их до кризиса. Если возникают осложнения в отношениях, которые нам дороги, нужно избегать радикальных высказываний, относиться серьезно к мнению партнера, к своим потребностям также. Это позволит вывести ситуацию на более конструктивный уровень решения проблемы и избежать потенциальных конфликтов. И если поддаться минутным каким-то порывам и радикальным настроениям, есть риск разорвать отношения, а возможности их восстановить может уже и не быть. Поэтому будьте мудры и осмотрительны. Это полнолуние выводит на свет тему баланса между нашим самовыражением и обстоятельствами, в которых нам нужно проявлять себя, самоутверждаться и отстаивать свою свободу. Это время проверить, все ли хорошо с этим балансом? Нет ли проблем и злоупотреблений, когда вы, возможно, нивелируете себя в угоду чьим-то каким-то интересам или давлением? Или выбираете свободу ради свободы, не задумываясь обо всех последствиях подобного своеволия? Вместе с тем, это полнолуние дает возможность избавиться от ненужных устаревших вещей, расстаться с тем, что давно уже мешало двигаться вперед, от отношений, зависимости, с которыми пришла пора покончить, взглянуть на мир по-новому, новым взглядом, новыми эмоциями. И в целом это хороший период также для решения финансовых вопросов. Может появиться неожиданная возможность заработка и возвращения долга, и вместе с тем февраль может дать вот этот импульс планирования дел.